Короче, давайте я вас друг другом пущу. Посмотрю, какие вы жесткие пацаны. Пожалуйста, поиграй. Сделай трансфер. Все. Бля, да хватит нам шаг, да он что ли толстый? Толстый дал. Причем ты толстый? Марс, ты толстый стал, что ли? Азам, ты работу бросил? Нет, просто у нас выходные дни до 11 часа. До 11 часа кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. А я тебя опять. Нахрен надо тебя целовать на лайк. Аннексессия. Азам, слышишь, Азам, а ты с аккаунта основного вышел или нет? Что? Ты с основного аккаунта вышел или нет? На телефоне? Нет, который на ПК. Не, на ПК он, блядь, уже с основного ака вышел. А мы за рубл, Да, да, я ничего, по кайфу, 2 на 2 делайте там. Слышишь, Азам, подарок сможешь потом подарить тебе? Какой подарок, блядь? Давай я его кикну, он у меня тоже подарки просит. Да ну серьезно что ли, брат? Давай кикни его нахер. А ты, блядь, вот так берды, блин. Кикни его нахер. Я пошутил. Никакие шутки. Понял. Первый слово дороже второго. I got them to my head anyone go. Азам, ты хорошо с телефона играешь? Да нет, я бот, блядь. Как я могу с телефона хорошо играть? У-ху-ху. ПК. ПК не скилл. I got gum to my head. Рандом! Stuff it to my head. Давай, Марс, будь. I got gum to my head in a one go. Акула, гоу, заходи, пусть не поиграем. Хорошо. Открой его. Ясно, ясно. Сдохни, сдохни. Не скул, ууу. Смотрела, ооо. Испугался один на один просто. Ну чё там? Ну чё? Макс, вчера, прикинь, Мартин въебался, сегодня от нас 3 раза отсосал. Да. Короче, пацаны, напишите, как вы думаете, какая команда выиграет, Твистера или Марса? За какую команду? Действительно, сейчас бы был бы один раунд, если б не Некс. Некса не надо обвинять, блядь. А если ты бот? Ой, Марс. В смысле, если не Некс? Зря это сказал. Ни хрена себе, все, бля, за Марса, бля, газуют. Все, Марс, салам алейкум, спать пошел. Лайк поднимешь? Да, да, конечно, поднимет. Поднимай, лайк. Молоток поднимай. Лайк хорош, бусти по-братски. Ебать. А кто мне этот сплюху дал? Вылази. Вы такие дурные, вам надо было добить, бля, на его, блин, а не, бля, пытаться убить. Тупанули, пацаны? Я не знал, что у меня лайк. Пацаны, закрыться, это же тоже, блядь, слив. Это мясо, алло, Азам. Мясо. Просто надо было Некс зажать, а не, блядь. Я куда? Пацаны, вам кажется, что я похудел? Я не похудею. Азам, можно проверку за 500 последние деньги? Где он лайк? У меня 500 проверка. Где он лайк? У меня где? Ты охренел 500 сделал? Прикиньте, блядь, акула, блядь, на тыру, блядь. Мама бабки рубит, что ли, козел? Он попутал, аккуратней. Один на один остан. Бил даун. Ну, первый раз попутал. Не, я отвечаю, я бы вообще не матерился бы, если бы какие-то аутисты все время херней не страдали и не выводили бы меня. Клянусь, никогда не матерился бы. Бля, некоторые люди специально такую ересь пишут, блядь, и приходят. Ой, хорош. У него двухстолка, блядь. Вот, вот аколог тоже, брат, чеченец. Вот скажи, аколог, я что-то оскорбительное сказал в том моменте? Нет. Вот смотри, что ты сказал еще? Я сказал, у челика было «харачо» написано. Я посмеялся и сказал, ха, он написал «харачо», хотел написать «хорошо», ошибся и «ха-ха» поймал. И это оскорбление? What the fuck? Я даже не знаю, что это слово означает. Я даже над словом не смеялся, я смеялся над челиком, который якобы написал неправильно. Я тебе больше скажу, даже половина чеченцев не знает, что это означает. А где чел написал, и все начали писать? Знаешь, это что? Типа, как на русском это будет? У вас же, типа, есть, типа, дагестанцы, типа, аварцы. А, все, это нация тоже сама. У-ху-ху. Типа того. Это нация?
Инерция. Марс против инерция. Твистера. Знаю, ПК против телефона. Угу. По-русски я не знаю, как это сказать. Я не понял, но сделал как будто... Хорошо, молодец. Бля! Хорош пес. И мать, ты на него чуть не вылетел. Да. Этот, Твистер, совет дам тебе, прямо не беги к нему, сбоку. Хороший совет. Нет, честно скажу, что ты там в этот ударился вроде бы. Не ударился, как тебе сказать? Тебе стенка помешала чуть-чуть. Твоя же. Да. Ты оскорбил мои семьи, пишет. Да, ты видел это видео, новое видео этого перса? Я, говорит, с тобой выйду, говорит, это чёршамбе, говорит, я с тобой выйду и поставлю яйцо, говорит, своё на твоё лицо, говорит. Ты видел это? В партере, говорит, мы с тобой встретимся, когда будем, мы, ну, типа, драться будем, когда будем драться, говорит, я своё достану яйцо и на твоё лицо поставлю, говорит. Давайте наверх, не наверх, давайте спустимся, спуститесь. Вниз почему на футболку одеваешь? Экстази. Экстази? Next падает. Не знаю, брат. Да. Такую подарили. У меня на футболку на, бля, 5 лет. Да лайк, блядь! Ебать, рандомка была хорошая. Какая рандомка? Это рандомка была. Ты даже не оттянул, просто выстрелил. Нет, я оттянул его. Витя, какой оттянул? Витя Сысуеву, огромный привет, блядь. И, блядь, на него челик прыгнул, он просто в голову зажал, блядь, рандомка. Короче, я понял все, Марш, давай, тащи. Ну, прям в упоре, да в упоре. Нет, о, ну, 100 рублей. У меня же наводка даже не наводится. А мой первому дал там прям в упоре. Ты сейчас его челик слышишь? А? Баракалла, Абубакр, Баракалла. Нет, если бы я купил барафон, я так не мистрикал, бро. Блин, стой, можешь купить, пацаны, можешь купить рокфон себе и научиться. Давай, зам, а он лучше айфона 100%. А чё там? Эй, я на вечный сексе. Там всё есть, там всё есть, что тебе надо. DPI для... тоже есть? А там, конечно, там, там можно скрипты сделать, там можно скрипты. Не, я это знаю, конечно, блин, у меня же, типа, это, Nubia тоже похожая, телефон есть. Этот, слышишь, этот, как его, а там можно чисто DPI поменять? Не в настройках там, да, как, блядь, в Android, а там сама программа есть DPI? Нет. А как ты там? А ты на андроиде как сделаешь так? В настройках, алло, просто DPI меняешь. DPI меняешь разрешение и все. Да. Хорошо, смотри. А можно сделать, например, на ПК ты можешь сделать такой DPI, что ты можешь чуть-чуть вот так сделать, она будет просто наверх кидаться. А почему? А в сенсоре можно такой DPI сделать, что ты даже не успеваешь трогать? А почему, блин, мне никто это не делает, блин? Какой телефон там? iPhone 11. А на айфоне DPI, ну, там DPI, там он не такой, он не такой активный. Я тычку клову до уровня. Окей, сейчас по стекатке. Сейчас мы сейчас с акологом контент сделаем, чуть-чуть поугараем. Он понимает? Next, давай! Чат, напишите, за какую команду вы болеете. Марс или Твистер? Он закрыл меня и убил. Ну ничего. О, их двое! Хорошо. О, Марс опять против двоих. Давай тащи. Марс тут тупо тему бустит. Ну, ПКшник, чёрт там. Я ненавижу 200 хп. Зажмите его, зажмите его. Твистер как, блядь, идёт, как крыса, блядь. Тихо, блядь, на корточках. А два директора это может, это ж заруба, правильно? Ну, зажимай нельзя. Возьмёшь, да, кошечка. Кикну, да, нахер. Ой. Что-то не повезло. Лайк тащим по-братски, ну. Знаете, почему мы Бон, проверка 1000 стоит, братан. Бон, проверка же 1000 стоит, брат. Лайк, знаешь, почему мы стираем? Брат, проверка 1000 стоит. Первую катку меня закрыли, во вторую они смогли двухстолки купить из-за этого. Не, во второй катке меня просто закрыли и добили вдвоем. Все, давайте, пока. А заможно проверку за 500 рублей? Я же сказал тебе, я за 1000 проверяю. Зачем ты 500 скинул? Воу. Алим, я тебе скидывал 300 рублей, добавь, друзья. Сейчас, Алим, сейчас посмотрю-ка с братом. Так, пожалуйста, брат. Да, скидывал. Почему ты не принял? Я, наверное, скажу, бля, вот почему вы не принимаете? Давай вдвоем, сейчас я запрос скину еще раз. Сейчас основу зайду и скину. Я давно не играл в СНС, не играл бы год, говорю. Вот и да. Год? Да, год. Ой, хорош. Блядь, ну футышки не проходят в голову. Хорош. Сейчас Алим, я тебя отправлю запрос.
Я не понимаю, Ириса, вы не видите, пацаны? Если Ириса видите, прикиньте сюда его. А у этого давно все летит в голову. У кого? У этого Марса. А за тобой лайк, бро! Да. Пултышку дал лайк. Лайк! У него хп 10, наверное, лайк, отвечаю. Почти. Ну я ему халтышку дал. Блять, ну ё-моё, я случайно не скликнул. Сколько у хп было там? 30. Бля, аж гру халтышку дал урон, блядь. Как дела? Можешь передать привет Джанбо и Адику? Джанбо и Адику привет. А за Савамище раз так проходит проверку мне. А за Савамище раз как проходит проверку мне. Чё, блядь, бублик? Думаешь брать телефон, короче, чтобы не было безрамочный телефон, брат, не бери телефон, это бесполезный телефон. Все, овер, бро, овер, у тебя ник. 53 минуты назад, Алим, ты был, зайди, блядь, и добавь меня в ДР, блядь. Бесит люди, как... Нет, там есть, да, еще один есть. Я буду играть. Я забронил место. А как come to my head and I wanna call. Выходите на поле Лея, а вот у меня в упоре один. Я лицо дал ему. Блядь, ну конечно, он в лицо дал. Лайк, добей его, пожалуйста. Уэй, все без проблем. Все без проблем. Лайк, бля. Один на один с ним сыграй, один на один как мужик. Да я не буду поднимать, успокойся, дай захилиться мне. Сколько тебе хп стало? Он не слышит тебя, он тебя даже пошел, он тебя убивать пошел. Бля, вот это Марса команда или ты остался Next против Марса? И мать, что происходит? Это что за заруба? Фу! Ну! Не попал! Блядь, что ты вертишься, крутишься? Возьми его! Хорр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 рr Я одну катку забустил, отстань.